Приветствую вас на канале Пародея Чил. Это не мой канал, это канал с моими нарезками. Заранее поставьте на это видео лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые нарезки со стримов. Приятного просмотра. Что за лицо Мишки? С Мишкой выложи, пожалуйста. Хуй там. Ну, пожалуйста, с Мишкой. Всем привет, ребят, это я, Пародея. Всем привет, привет. Да, вы не ожидали, а это мы. С возвращением. Привет, привет, ребят. Вот это чья Тойотка? Тойотку остановили. Магник ты. Вау, очень красивая. Очень. Хочу все так же поехал поклеить. Кто за рулем? А это таксист. Ах ты, сука. Одну звезду поставим. Две звезды. О, нихуя. Он треснул. Ебать, я телефон разбил, Никит. У меня вон вообще весь. Смотри, 107. Смотрите. Ай-яй-яй. Калачи сейчас. Это Jetix. Здорово. Просто ситуация следующая. Мы приехали на место, где у нас стоит джип. Джип. Как поется там чат? Вот это. У меня есть джип. Я персона VIP. Кто знает эту песню? Куплю новый корвет, чтобы просто им флексить. Все верно. Короче, мы приехали на место, где стоит джип. И я ехал 20 минут. Мы приезжаем. И я понимаю, что я не взял ключи от него. И вот мы сейчас возвращались, вот уже едем назад, чтобы забрать джип. Чтобы забрать джип. Вип-вип. И перезапуститься дома и фильм посмотреть с вами. Нас на джипе хотим до дома доехать. Что-то мне вот тучка смущает вот там. То, что... Чуть-чуть серенько. Температура 37,2 у Лёхи. Странно, он говорит, не знает, в чем дело. А знаешь, что может быть? Его задуло от собственных историй. Изнутри. Бля, такую охуенную. Короче, мы когда ездили в Бурманск, там в одно очень красивое место, Териберка называется. Да. И там было просто овер дохуя ветряных мельниц. Я хотел снять видос, типа, бля, как кайфово даже на краю земли наслаждаться стримами Лёхи. И я забыл это сделать. Вот в следующий раз, когда поеду, обязательно сделаю. Ну давай, ёбаный в рот, едешь или нет? Короче, я скидываю Лёхе на стриме вчера объявление с Авито, типа, помещение. Лёхе? Ну мы же планируем найти хорошее помещение и там сделать заведение. Да. Чтобы, вот, собственно, работяги из чата могли приходить и пить чай. Все верно. И устроиться на работу. Чай в пакетике. И чай в пакетике. Можно даже кого-то трудоустроить. И три в одном. И даже кого-то трудоустроить. И яйца в рот, блядь, засунуть. Гогена на кассу поставим. Не, его охранник. Его охранник. Снекс охранник. А Гогена официант. Короче, я скидываю, что помещение, и Лёха, видимо, что-то на стриме там, он чуть порассказывал, я потом вышел. А Никита мне пишет, Никита пишет, я персона VIP, у меня джип. Джип у меня в Москве. И, короче, он пишет там, я где-то проебался или что, Лёха начал раздувать про помещение какое-то. Говорит, вентилятор вышел на рабочий оборот. Сука. Я что-то заебался. Вот прикинь, вот реально стало страшно что-то писать в конфу. Вот постоянно везде надо звездочку писать то, что Лёх, только не говори на стриме. Вот я клянусь уже, я с этим перманентным ощущением. Если в чате просто пишут, надо сделать. Забыл, как делать. Вот. Вот реально страшно стало в какой-то момент. Не понимаешь, где вот тут, то есть, где стопор у него? Минус 30. Минус вайп. Ох, гирляндовая жига, чуваки. Но я уверен, что Лёха даже с болезнью приедет к нам. Все, ладно. Есть ощущение. Ему как раз вот то, что доктор прописал, без крыши сейчас на машине поедет. Стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lost Team. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Lost Team. Lost Team, купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Я просто стал забывать слова вообще. Это все из-за мариваны. Знаешь что? Данилович, подвинь кресло, я хоть попробую вылезти, а то ты... Давай, сейчас. Так тут так было. Это вам надо взять с собой сейчас. Кстати, возможно, не помешает. Подожди, стой, это... Какой буквы не хватает?
О май гад, нас не хватает. Подожди, это 45, это 43, 44. Поищи еще там. Может, подожди, что может там рассада тапок каких-то, я не знаю. У тебя разные? Там точно нет еще. Сейчас будем закрывать багажник, пусть рамка будет отваливаться. А что там? На. Я так номер потерял один раз, пришлось снова делать. Слышь, Саня, там квас разливают. Подожди, Сань. Саня, вон там квас льют. Слышишь, что? Вот в местах квас обычно льют. Там бочка с классом должна стоять. Короче, наше заведение, которое мы хотим открыть, это вот такой прицеп. Наливнушка. Разливушка кваса. Разливушка кваса. Вот здесь. Ебать, они смотри, какие зеркальные опухоли. Друзья, как он с тобой? Тут есть? О мой гад, тут есть? Я не знаю. Нет, вот тут запрягают, цепь на шею и побежал. Нет, вот это в руки и ногами повезло. Цепь на шею и побег. Подожди. Блин, что я обвесился. Вот запрягается вот этот букварь. А что это какой-то мастерский участок? Велосипеды. Кстати, телега выглядит как для наших стримов, понял? Телега вот любая... в описании. Телега в описании, Санина будет Парадеевич. Он вечером должен яйца свои туда скинуть, подписывайтесь. Ну а как еще привлечь людей? Я не знаю, что можно сделать. Яйца не самое привлекательное у меня, знаешь. Я буквально на секунду перебить вас. Чего? Хотел сказать, что мы с Ильей Эксайлом очень скучаем по вам. Не пизди. Я вам нихуя не вяжу двоим. Вы суки. Как только приедете, ваши ебальники разлетятся, сразу вас предупреждаю. Понял? Тебе похуй, что мы обучились искусству самурая? Мне похуй, чему мы там обучились. Против российского самбо нет приема, нахуй. Самооборона без оружия, козел ты, блядь, японский. Сделай харакири, нахуй, я пока не поздно. Как арбуз раскулит. Я вас предупреждаю, блядь. Как только вы приедете, ваши головы не то, что как арбуз, нахуй, как огурцы маленькие, блядь, корнишоны полопаются. Предупредил, ты принял, усвоил, нахуй, не возвращайтесь. Вы думаете, то, что откуда такой хейт к ним? Давай. Он повесил трубку. Он повесился. Они подумают... Они подумают, откуда такой хейт у меня к ним двоим. У меня там все могло. Сука. Люди могут подумать, откуда у меня такая злость к ним, да? Ну. Вот я... Они анимешки? Да, причем аниме это жизнь. Нет, я не про это сейчас. Я про то, что я еще месяц назад понял, мы вот так вот летим в Мурманск. И вот так рукопожатие, понял, было от них. Сегодня пишут, что один, что второй. Бля, что-то много перелетов. Давай числа 15-го полетим. Давай. Нет. Ну все уж. Рукопожатие с блогерами это, блядь. Я дождь призываю. Это воздух чисто. Дождь пошел. Человек. Да ладно, чат, я шучу по поводу Андрюхи и Илюхи. Мы тоже по ним скучаем. Но это не отменяет. Это не отменяет того, то, что они что? Плюс сделал. Надо батарейку просто. Он без него зовут нормально. А как машину-то открыть? Ключом. Вот на это не влезает в мулечинку. Я пытался. Кажется, дождь собирается. Блять, просто стадный инстинкт. Помогите. Спасите. Ты тут будешь? Нет, я поехал. Насколько будет похуевшим у вас вот на тележке на этой скатить вниз? Можете представить, что мы сейчас снимем крышу с машины и поедем кататься? Я тоже могу себе это представить. Надеюсь, что меня в этом гараже никто не спалит, то, что я буду баловаться. Сейчас легкий обзор. Вот тут змеиное царство, государство какое-то. А сейчас охранник вылезет. Как бы вас так разместить здесь? Поехали. Вообще, можно ли так делать? Все. Ебалы. Эти тележки. Несмотря на то, что дождь идет, это же не значит то, что прекрасная погода и лето. На улице тепло, просто льет ебаный дождик. Ну, раз мокнуть, то мокнуть уже по полной. Чувак, тут стриптиз начинается. Че ты мокнешь? Ну, я решил то, что лучше мокнуть в майке. Акум сел. Серьезно? Да, не заводится. Все так. Я так и думал, то, что так и произойдет. Что делать? Я не знаю. Прикурить. А чем? Зажигалкой. Там Копатыч мертвый стоит и Крош. Есть кто-то прикуриватель неподалеку? Здорово, базара нет. У кого зажигалка есть, можете подъехать? Быстрый старт.
О, если ты хочешь избавиться от машины. Бля, ну вот как обычно, не проверили то, что машина неисправна. Накупили 100 видов техники и вся не работает. Конечно, на дураков. Чисто если к вам приезжают хозяева покупать какую-либо технику, знайте то, что это у вас лучший день, потому что в каком состоянии бы она ни была, ее все равно у вас заберут. Ну ладно, очередное приключение. Какие люди были люди? Роман Романов, здрасте. Здравствуйте. Хотел спросить, а у вас есть крокодайлы? Ой, эти, бустеры. У колодца. Бустер есть у вас? А мы можем арендовать на 20 минут? Конечно. Все, сейчас подъедем. Мы сейчас приедем. Арендовать, а попросить помочь, все. Все, давай. Доезжаем. Поехали. Где тачка? Блять, точно. Вы помните, мы шли здесь, просто мини-речка была, Андрей тут плавал. Один конец работает. Я ногу себе замочил из-за этой игры. Да, я забыл. Просто вот, блять, ты человек ты, сука, на переходе. Гандон, просто гандон. Чуть позже думал начать эту игру. Никогда мы еще не тронулись. Как вот так? Почему? Может хотя бы один раз? Потому что американская техника. Хотя бы один раз вот быть такое, что мы приехали, сели и поехали. Все. Вот. Не будет ничего ломаться. Причем новая машина 22-го года. 21-го. Что будет, если сейчас вот заблокировать? Ничего не будет. А если багажник открыть? Ну, не надо. Зажать. Ну, светофор зеленый. На драйве не открывается. Да, слава богу. Воткните в парк. А, ну, дай пока покурю. О, окна запотели, да, что делаешь? Так куришь? Да. Кстати, я вот думал, как можно так долго болеть? Может быть, у него в квартире зараза, ему нужно дезинфекцию произвести? На кого ты намекаешь? Алло. Про какую заразу ты говоришь? Только зеленый газ. Тихо, тихо. Тут 15 километров идет. Ограничения прям. О, Саня на тачку. О, чего? Вот это? 8? Еб, парасоте, а какой дождь. Ну куда ты? 1, 2. И меня коротить начинает. Крокодилы. Постой лучше, понял, под дождем. Подключи к резетке. Вот сюда. Подключай. Не, одну к правой ноге, одну к левой. Побегу. Как флеш. Главное, воду не наступай. А давай, Никитос, подъедь. Никитос, заезжай сюда. Подъедьте сюда, пацан. Я как скёркера Парадеевича бы обдать. Вот эта кнопка зеленая, наверное, да? Есть этот? Автомойщики, скажите, зеленая кнопка это пуск? Лежит Найс, открывает окно и просто скёркер это там. Нет, серьезно, зеленая это вода? О, блядь. Так, выходим. Никитос. Бля, настроение дождливое, понял? Грустно. Чуть развеется. А, нихуя. Да ну нахуй. Я в ахуе. Блять, кто же это мог так поступить с чужой машиной? А можно, блядь, 50 градусов сделать здесь? Еще больше градусов. Пристегнись ты. Нихуйные хрустелки у тебя. Это Бай Романыч. Стой, вот. Романыч продакшн. 30 секунд тишины. Не, так не хрустят, ты так не ездишь. Сухарики Емеля. Да не. Плюс вайп. Ты зачем мне пиво разбил? Разбил. А, ну сейчас хочется уже купаться по полной, Саныч. Чё за бред-то? Это что, это пистолет такой? Чё за бред-то? Да, блядь, чё за бред-то нахуй пишешь? Чё это за хуйня? Пока я не узнаю, я не успокоюсь. Чё за бред-то? Итак, сюда ни пепси, ни пить, ни есть около ребёнка. Чё за бред-то? Правильно. По всей видимости. Есть около ребенка, что за бред-то? Что за бред-то? Что за бред-то?
Добрый мем. Такой же добрый, как температура в нашем салоне. Что тебя, сука, не устраивает? 40 с лишним по ощущениям. Просто ебаная печка. За 2 с миллионом машин купил с тряпочку и отдал протирать. А что за бред-то? Да? Иди ко мне вопросы, дай Мербенс все вопросы, пожалуйста. Что за бред-то? Напиши им. Что за бред? Послание Мерседес, что за бред-то вы сделали? В кофейне приходишь, мне одно, что за бред-то на кокосовом. Ну, молодежь пошла нынче. Молодцы. Молодцы. Я что и говорю, просто ребята веселятся, погода хорошая. Хорошего вам дня, отличного настроения. Будьте счастливы и здоровы. Что за бред-то сейчас произошел? Тихо. Никитос. Никитос, подключай скорей. Подключай его лужу провода. Надо заземление поймать. Вот эта лужа здесь неспроста, нет, понял? Нет. Здесь неспроста. Давай, Никитос, да. Открывай. Что за бред? Пойдем. Там, кстати, ЛТЕ на 3 полоски. Серьезно? Никитос. Ну давай проверим, просто быстрая проверка. Что за бред-то, блядь? Если мы застрянем без интернета в лифте, это окей. Спасибо за детство. На вылазку. Что за бред-то на меня пальцем показывают? Типа здоровый? Леха еще спит, Леха еще ни одного сообщения не написал. Вот режим у человека, да? 6 часов вечера. 5 часов назад заходил. Сейчас я попробую разбудить его. А, угу. Спит Леха. Звони. Ну давайте сейчас я ему еще раз позвоню. Как вы легко меня просто уломали. Пойдем, да, говорят, разбуди его. Для что там надо? Все, машина включилась, но она у нас стоит на системе безопасности. Можем в магнит зайти попробовать. Вон ремонт сотовых телефонов. Вот там, скорее всего, есть батарея. Вот там есть батарея. Пойдем. Леша Кореш звонит. А? Кореш? Зараза на линии. О, тетя Аня, привет. Привет. Кто сказал заразу на линии? Я не знаю, что тебе там кидают. Да ну! Клипы непонятные, скандалить буду, понятно. Серьезно, Парадеевич такое сказал? Так знаешь что? Он с Америки вернулся, он сам не свой. Говорит только на американском. Пойдем в теремок блинов поедим. Он говорит, я только бургеры признаю. Дай ему хлебушка русского, пусть понюхает. Так я ему говорю, хлеб с солью, все, что нужно, и стакан теплой воды. Ну, короче, спит, начальник. А что, не вариант его так ведром холодной воды окатить его, чтобы он сразу на плюс-вайбе проснулся? Я боюсь, я потом на плюс-вайбе буду за дверь здесь с чемоданом. Ну, а если мы с дядей Сашей приедем и разбудим его? Приехала домой сейчас, я говорю, там а твои тоже? Все, представляешь, стрим, это вообще полный хайп, вот такой, я дальше спать. То есть он сказал, тотальное неуважение, я дальше спать, да? Ну, если так, то ладно. Не знаю, как он себя чувствует. Ну ладно, пусть восстанавливается. Перекус попозже. Да. Ну да, пусть. Давай. Хоть батончик в рот засунуть, а? Ну, булочку. Давай. Вот кто на моей стороне? Слойку? Какую-то вишневую, да? Да. Вишневая слойка или салат селедка под шубой? У тебя аж слюни потекли. Реально, мне рот слюнями кусает. А у меня тоже. Либо оливье, полкило оливье. Ладно, легкой селедки. Давай водки еще возьмем. Напиться как следует. Нельзя молочку. Еще молочку и водку тебе говорю. Нельзя молочку тем временем. Ты хочется с булочкой, как в студенчестве. Да. О май гадность. После шараги. Подожди. Между парами, вернее. Ватрушку. Oh, let's try this one. Not like it. I'm like it bread. Ржаной чесночный. Пиздец. Братан. Братан. Давайте, вот кто голосует за вот этот прием пищи и за вот этот? У нас молодежь, они все за сладость проголосуют. Я тебе уверяю, очень много кто вот с моим вайбом, вот с таким селедочно-хлебным. Ну, тут зависит от того, какое у тебя в данный момент настроение. О-о-о. Литвин энергия мини. Домой. Красного быка энергии не было просто. Слышишь? На ушугах. Крыша тока слетает, сразу жрать будем. Ну, конечно. Так называемый ботулизм. Что такое? Ты не видел, в Москве все заболели ботулизмом? Что за ботулизм? Отравление жесткой салатами. Серьезно? Да. А я Коннор, я проверю, как это работает на самом деле. Блер. А какой кондом ты? Чего? Да что, стряхнул мне Литвин энергию. Перед употреблением написано. Стряхнуть? Опа. Булимия, да? Булинг? Ботулизм. На, так не будет ботулизм. Все. О, прям всех не трогает. Похмелиться чуть-чуть. Салат заправить. Бля, пацаны, это просто идеально. Это просто идеально. Чесноком, чесночным. Мне нельзя вот это и нельзя вот это. Пошла. Вот он. Ботулизм. Да? Ботулизм.
Какие проявления? Уходы, реанимация. Центральная нервная система. Да ну на. Если Литвин энергию так на ногу ловишь, поднимаешь, 5000 дают. Если не ловишь, быстрое поднятие открыть надо. Полбанк я выветрил. Нервную систему отказал. Хуй его живот сюда крутит. Вот и подкрепились. Бегушка, птичка стоит. Она заведена стоит? Нет. Пацаны, пацаны, фотку можно? Я вас видел этого, у Никса. Я его просто смотрю, с вами тоже видел парочку. Прикольные штуки делать. Есть. Все. А ты куда летишь? А, да девчонка сейчас придет, я чисто вышел. Вина взять, и тут не живы проходите. Там прическа по-уебански лежит. Ну ладно. У меня да. У меня тоже. Недавно подстригся. Все, спасибо большое. Давай, счастливо. Давай я тебе прям... Ну с таким вином-то, извини. Джага-джага. А что, нет, мне на улице хорошо. Так, я вас возвращаю на точку обратно. То есть вы хотите сказать то, что... Блять! То, что салат, селедка под шубой, это полная хуйня с хлебом, да? Вы это хотите сказать? Ебануто вкусно мне было. Еще с этим бутылизмом, это просто двойное комбо. И вот этот хлеб с чесноком, это Мое мнение, которое никто не спрашивал, топ-3 салата. Первое место оливье, но не с колбасой. Ну, хотя докторская колбаса нормально, но лучше с говядиной, рваная говядина. Знаете, такая вареная. Второе место это... Нет, цезарь это вообще, пацаны. Цезарь и девчата. Цезарь это, ну, вообще не то. Ну нет, селедка это не топ-2. Селедка это на третьем месте будет. Блять, все. Холодец. Свиной холодец, холодный из холодильника. Или с лоджии, которые на Новый год вытаскивают. Мармеладные конфеты с мясом. Просто сладость. Прям с курдюка какой-нибудь. Такой наваристый, прям. Который, знаете, ну ты попробуй, ты не пробовал. Ты смотришь на него, тебе плохо. Тебя вот прям уже выворачивает наизнанку. А ты не пробовал, сынок. Попробуй, попробуй. Это очень вкусно и полезно. Попробуй, попробуй. Ладно, я тоже холодец не люблю. Бля, не стоит списывать со счетов гранатовый браслет. Подождите, мимоза, дайте я вспомню, как мимоза выглядит. Звучит аппетитно, я не помню, что там в нем. Да, да, да. Ну да, мимозу можно вот так вот где-то. Нет, я второе место не знаю, кому отдать. Короче, топ-1 это оливье, а дальше я не знаю. Синий не знаю, белый не знаю. Что произошло? Ну, машина включилась. Да. Пока что не хватает энергии для того, чтобы запустить двигатель. Ага. Ну, собственно, мы находимся в процессе ожидания. А, просто подзарядка идет. Топ-3 салатов. Я сказал, на первом месте это оливье. На втором месте... Овощной. Да, я вот пришел к тому, что все-таки овощной, и на третьем для меня это селедка. Наверное, овощной это подразумевается. Селедка под шубой, помидоры, огурцы и что-нибудь. Да, ну, безусловно. То, что был сейчас в Мурманске, я себе оттуда отправил посылкой печень трески. Это про... Я вчера зашел в сквад, параллельно взял 2 хлебца, печень трески. Фуф, просто кефтеме. Такое кефтеме, блядь. Консервированная печень трески, это, блядь, это ну-то вкусно. Но только из Мурманска. Пойдем попробуем завести. Надоело сидеть. Дайте я встану. У меня у одного в детстве за мной бегал дедушка по огороду с палкой. Я откидывался в него этими картошкой выкопанной. Когда он напивался, я убегал от него в лет 6-7. И один дед был, который во мне видел белку и пытался меня поймать. Я недавно узнал то, что есть люди, которые гранаты едят без косточек. Они прожевывают вот эту косточку, и то, что беленькое внутри, они выплевывают. Это насколько надо заебать. Чтобы очищать гранат от косточек. Ладно, все, оставим эту. Тени снова возвращаются. Что такое? Аккумулятор сел и бустер сел. Не хватило даже завести. Ничего страшного, пацаны. Есть вариант пить бустер. Ну, поехали. Почему только у нас это происходит? Бустер-то уже и закончили, собственно говоря. Нет, не надо только... Человек, что говоришь? Да ничего. Выпусти. О май гад. Меня вот интересует бустеринку. Бустер, Басиус. Есть такой. А могу подъехать вот прямо сейчас? Завтра можно. Вот так дела. Нет, сейчас нужен. Так тут горбушка. Ладно, спасибо. Ты уверен, что на горбушке есть? На горбушке все есть. Поехали. Поехали. Ох, блядь. Нормально я видел. Да что там, чуть машина? Да я видел, блядь. Не видел. Еле. Да я видел, блядь. Я просто искал прям на районе, что-то. Ничего не видел. Прикурить автомобиль бустером, вот есть что. Позвони. Звони. Я звоню. Звоню вот по объявлению запуск двигателей. Бустер. Это джип Wrangler. Вунгер. 3 косаря? А через сколько вы сможете быть? Минут 15 подъеду. О, супер. Наш адрес. 2 Филевская, 8. Все, обратно возвращаемся. Никаких айфонов.
часть. Я подумал, как случилось. Вот. Там магазин был с черешней, я видел. Огромный продуктовый, фруктовый, овощной прилавок. Нет, там точно это. Там точно ботулизм. Да мне хуй на этот ботулизм. Пацаны, я и не такое переваривал. Залью, блядь, черешню в рот антисептик. Дайте мне черешню кто-нибудь. Хочу черешню, хочу черешню. И что, и ты хочу пришел черешню. Ко мнению, что черешня самая вкусная ягода? Нет, у нас много топов было, много разных сравнений. Лучше, безусловно, безусловно. Но именно ягода и фрукт. Кибертрак Тесла есть. А, нихуя, ебать. Сейчас бы взять стрим, повернуть и показать всем, но я этого не сделаю. Бананы, арбузы. Я очень люблю такие. О, кусочек арбуза лежит. Блять, как же он ждал. И ты вот так его, как в мультике. Да. И потом косточки. Вот, вот этот возьмем. Давай редиски возьмем, мешок вот этот. А вот, просто. Если сказать, вот все, можно мне вот все? Сколько стоит будет? Круто было бы. Не круто, потому что... Обычным людям ничего не достанется. Куда черешня? Можно попробовать. Очень вкусная и очень дорогая. Здравствуйте. А по одной штучке можно попробовать, чтобы понять? Нельзя? 500-600, какая лучше? По 600. Но просто вам выгоднее ее продать. Просто понять. Я вас не снимаю. Я вас не снимаю. Вот смотрите, камера на мне. Камера на мне. Мы не можем убрать. Я понял, но камера на мне. Так я вас мы не вас снимаю. И не снимаем. Камера на мне, видите? Вот. Можете выключить камеру потом? Не можем, это наша не работа. Можем. Если я увижу себя где-то, я на вас сцену. Хорошо. Понимаю, страйк. Поэтому... Гол. Хорошо. А вот это что? Что мы не попробуем черешню, понимаешь? Ну давай если мы той и той. По полкило? Ну куда полкило? Одна 500, другая 600. Не, подожди, полкило, мы знаешь, как дрестать будем? Нет, сан. Там косточка весит только 70%. От самой черешни. Нет. Не могу повернуть камеру, Сань. А то нам страйк кинут. Ну, видишь, тебе страйк не кинет. А, все пишут, уходите, уходите, уходите. Тем временем мы минуту назад. А если мы все тут скупим? Интересно, какая реакция будет? Ради интереса, вот рядом еще какой-то магазин с фруктами. Нет, сейчас я просто очень хочу черешни. Мне все равно. Меня не может за минус выбить это. Я очень хочу черешни и арбуза. Давай я схожу, возьму воды и помыть. А? Схожу, возьму воды попить. Ой, помыть. Да, давай. Ты меня снимаешь? А что, страйканешь? Страйканул. Ох, су. Вот такую связку. Как яблоки. А, как яблоки. Вот это. Это Лехе надо, чтобы эта простуда прошла быстрее. На шею повесить вот эту связку. Или вот приехать к Лехе и по всей квартире... Разложить по углам. Разложить по углам, чтобы вот зараза убежала из дома. И арбуз я хочу еще. Как персика зовут? Терминатор. Терминатор? Терминатор. Для своих Тёмочку. А так терминатор. Тёмочка, да, Тёма. Терминатор. Но мы не свои, это терминатор. Привет, терминатор. Лапы, давайте грязные. Лапы грязные. Да уже чего. Да ладно, ничего страшного. Для терминатора. Помадка расчехлил. Терминатор. Убери волыну, терминатор. Такой мягенький, прикольный. Тебе нравится, да? Когда тебя почесывают. Что за бред-то? Тёмыч. Уточнил закончил. Вы меня точно не сняли? Я придумал, что нужно было ей сказать, когда она сказала, вы можете камеру выключить? Нужно было ей сказать, а вы можете фрукты не продавать? А что, сейчас? А, ну давай до туда доедем. Давай до туда доедем. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал, ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.